Всем доброе утро. Сегодня 30 июля. Шилова, Дон. Туман вот поднимается. Прохладно сегодня. Градусов 15, может быть, 14. Поймал я, короче, бирючка уже. Все. Была одна поклевка пока. Ой, хорошо. Будем дальше заниматься рыбной ловлей. Ну, взял на червячка. Ну все, продолжаем ловить пока что. Еще один мега бирючок. Клюнул на червя и опарыша. Пока кроме бирючков что-то ничего не хочет клевать. Время где-то 5:30, 5:27. Короче, на донке перестало вообще клевать. Ни одной поклевки вот за последние полчаса не было. На удочке начало клевать. Ну не потек. Вот одна рыбка. Ну я ее зацепил, в общем, но не дотянул. То ли это чехонь была, то ли плотва, не знаю, вот на дальнем поплавке. Так, кроме двух берегов, пока ничего не поймал больше. Время где-то около 7, может быть 6:30, может быть 6:40. Было совсем скучно. Решил, ну как, поймал уклейку и, в общем, поставил на донку. Может быть, возьмет какой-нибудь хищник или сомик. Почему-то на донке вообще слабенько. Так, что-то. Дернет раз в полчаса и то бирючок. Насадил кукурузу на удочку и сразу же пошла поклевка. И сразу же дернула прекрасная красноперка. Ну, нужно продолжать в том же духе. Мне понравилось. Очень интересно. Все-таки дает прикормка какой-то эффект. Ну хорошо очень клюнуло на кукурузу. Сейчас продолжим в том же духе. Еще одна плотвичка. Или я даже не знаю. Маленький язик. Даже сам не пойму, что это за рыбка. Тоже клюнула на удочку. На донке все как-то очень тихо. Почему? Сложно сказать. Карася тут нет. Почему-то не берет он здесь. Совсем ни одного раза я, в общем, тут его не поймал. Время где-то около 9:30. Клевать вообще все отказывается. И на все отказывается. Тут вот на червячка чуть-чуть поклевывает на удочке. И то какая-то мелочь. Ну и, в общем-то, все. 4 рыбки. Итог рыбалки, можно сказать. Но я еще посижу, конечно, минут 20. И буду собираться, потому что уже жарко становится, и рыба совсем перестала брать. Да. Поначалу мне казалось, что сегодня можно будет больше поймать. Но не судьба. Наверное, придется поменять это место. Потому что как-то перестало мне здесь нравиться. Время 10 утра. Я уже складываюсь тут потихоньку. Но неожиданно на удочку начал клевать окунь на червя. И вот двух я окушков еще поймал. Но они, конечно, небольшие, но все равно клюют бойко, прикольно. На донку как ничего не клевало, так и не клюет. С 6 утра ни одной рыбки я не поймал на донке. Что за ерунда? Я
не знаю. Ну, да, опять поклевывает окушок, скорее всего. Повел, повел, повел. Ух ты! Ничего себе окушок! Так, стоп, 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 стоп. Вот это было, конечно, неожиданно. Что за ерунда? О! Платова. Че, рыбу что ли начала клевать? Вот так вот оно бывает. Начинаешь собираться домой и начинает рыбу клевать. Ни с того ни с сего вообще. Может, прикормка все-таки сработала? Шары эти развалились. Наконец-то. Так. Заклевало что-то. Так, 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 так. Ага, плотвичка. Вот что происходит, я вообще понять не могу. Вот попробую угадай эту рыбу. С 10 часов начинается клев. Очень интересно. Причем рыбу так смело прям берет. А, вот оно что произошло. Я даже знаю, что произошло. Даже могу предположить, что произошло. Произошло следующее. Я кинул сюда кукурузу. И рыба, белая рыба, подошла. Причем, ой, вся подряд. Вот это вообще просто очень интересно. И селявка, и подлещик, видимо. Вся белая рыба. Вот надо было что сделать, а не шары эти кидать. Ну зато теперь мы знаем секрет этого места. А секрет этого места состоит в том, что нужно прикармливать было просто простой обычной кукурузой. Видимо, вот на эти зерна она и приплыла. Ну, конечно, лучше поздно, чем никогда, но надо было все-таки пораньше до этого додуматься. И побольше с собой надо было кукурузы взять. Вот что делается, а может быть от времени зависит. Видите, рыба прыгает, и у меня клюет. Что происходит? Причем на удочке. Значит, это место все-таки не потеряно. Оказывается, есть свой секрет. С ума сойти можно, вы посмотрите, как клюет прям так прилично. Причем на обычного червя. Без всяких опарышей. Вот видите, к любому месту нужен свой подход. Здесь вот казалось, что необходимо просто бросить горсть кукурузы. Очень интересно получилось. Буду складываться потихоньку. Надо в будущем иметь в виду. Да нет, тут даже не горсть кукурузы. Плотвичка. Еще на удочке клюет. Ну это удивительно, конечно. То ли время подошло, ничего не пойму. Блин, ну все утро просидел. Нифига. Хоть бы хны. И тут, блин, буквально за 10 минут ловится 4 или 5 рыбок. Еще перед этим 2 окуня поймались. У меня здравого какого-то объяснения вообще нет. Идеальное время или идеальная погода.
конечно, уже менее активно. Время сейчас где-то уже 10:30. Все утро удочки стояли, просто вот, ну сколько там, я не знаю, две рыбки я поймал. С утра где-то часов 7, 7:30, и все. Сейчас заклевал, неожиданно просто, вот как. На обыкновенного червя. Да, давно мне не везло. Где попал вот, когда рыба именно вот клюет. Причем на донке почему-то все равно она не брала. О, селявка. Не дала опуститься. Какая бойкая, а? Ух ты! Господи, нифига себе, окунище, блин.